Ну, друзі, ждем черговий раз, ждем, коли тут этот переезд откроется, коли этот переезд вообще зробиться. В центрі города, ну, с ума сойти можно. Каждый перед носом закрылось, вот и теперь едем. Так что, зараз у нас, надеемся, что зараз уже откроется. Поднимай, друже, поднимай, чи подружка. В центре города каждые 2 минуты там. Не? Ну поднимай же. О, нареште, ну. Чи не? Да, слава Богу. Ну что, сегодня среда. Мне помогает Оксана Гловацкая. Так, все, держим, едем. Держим, пока не передумали, бо они еще хоть могут. Буквально перед носом закрылась, друзья, так что вот тут ждали, и еще опять замедляем. Пропускаем детину. И на электросамокате все пропускаем самокат. Да, сегодня среда. Еще раз дякуем Международной ассоциации «Карич», президента Ассоциации Шаблицкого Василя. Дякуємо, брат Василь, за оказанную помощь. Дякуємо за посылки, что ты сюда. Дякуємо, что ты підтримуєш на раздачу хліба вже 5 лет. 5 цілих лет, брат. Так що не помню. Дякую за твою жертву, нехай Бог благословить. І заохочую, брат Василь, хто живе в Вашингтоні. Знаєте, що в Федерал 2 є місія «Карич», де можете здати ваші посилки на Україну. Ну що там ще сказати? Також мені допомагає Ступницький, брат Семен і сестра Тамара. Благодаря їхнім подружкам ми роздаємо булочок. Ну що, зараз ідемо в наші пенсіонери, послухаємо, як там місце. Свободно. У нас проблема с местом. Біля нас целая набережная, улица. Набережная там. Ну, зеленая частина как бы города. Ну, слушайте, эта зеленая частина города хватает достав. Можно взять и робити парковки хотя бы. Базарі негде стоят. Люди вот, штрафуют, стоят. Вот только и целый день ходят, бегают, полетают, чтобы ловить кого-то. А куда им стоять? Где? Уже не будут под подвески тримать и машину ходить. Тротуары полно покупателей-продавцы. Машин. И дороги, тротуары везде повсюду. Так, маємо 10:59, ще минута. Так, ще раз хочу подякувати Роману і Ларису Бродських. Дякую вам за ваші посилки. Я скоро позвоню вам. Забуваю дзвонити, думаю, об'явив. Це церква Рабовського там. Они нам высылают посылки, и дякую вам за ваш труд, за вашу допомогу, хай Бог вас благословит и вас застарит. Нам надо ехать, так, извините. Мы можем проскочить. Да, наши пенсионеры ждут нас.
чекаю. Аж вдається. Бабушки стоять наші. Все, братці, сестри, приїхали. Йдемо до народу. А, ти на нашу відкрила. Слава Богу. Так, добрий день. Слава Богу. Слава Богу. Як з вашим терпінням нормально? Нормально, так. Все хорошо. Написано, претерпевши до кінця спасеться. Це мелочі, що ви терпите. А що ви терпите? Ви не терпите? Я ровно 11 приїхав. 0-1. Ну, поки розвернувся. Так что будете терпеть, когда ждете уже час, нема, два, нема. Ну да. А наконец, перед 3 часа я завелся. Вот это претерпели. Хорошо, друзья, добрый. Напоминаю, что сегодняшняя акция проводит благодарный фонд «Відвага». У нас працюют люди відважные, також наши спонсора відважные. Международная ассоциация «Карич» – это та самая «Відвага», только на английской мове. Де президентом являється Василий Шавлевський. Він уже 5 років, ровно 5 років. Цей брат і його сім'я благословляють нас на цю добру справу. Представляєте, 5 років. А ну-ка умножайте, додайте, віднімайте, подивіться, що там виходить. 5 років цей брат допомагає нам, благословляє нас. І ми дуже раді. Також не залишається на стороні і сім'я Ступницький. Брат Семен, сестра Тамара, які допомагають нам, щоб все було добре. Сьогодні мені допомагають Оксана Павлівна і Тамара Степанівна. Тамара Степанівна справила свої роботи, я так бачу. Все строю, все, але так ладно не чую. Вот. Оксана, все добре. Оксана Павлівна приступить до своєї обов'язки. Ну що, друзі, добре, не буду вас довго мучити. А що собрання не ходиш? 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 Один раз. Ти приходи регулярно, хорошо. Добре. Я розумію, що у тебе час є, а не забувай, що у бабушки ноги болять. Треба виручати. Якби ти скамейки ти зробив, поки я приїхав. Люди сиділи б, я б ще півчаса побачили. Хорошо. Ісус каже, без мене нічого не можете зробити. Ці слова запам'ятайте раз і назавжди. Яку справу берете? Сначала помолиться Богу, попросите Боже благословения и приступайте. И Господь будет підтримати вас и благословить. Напоминаю всем, кто не дочуває там сзади, Мария Васильевна, Мария Васильевна, я тут говорю, а вы теж там говорите. Я здесь говорю более важнее. А вы после раздачи хлеба можете поделиться. У нас собрание проходит каждую неделю 2 часа дня. Я хотел бы всех вас бачити там. Але якщо ви нехтуєте, ну это ваше особисте право. Не нехтуйте, приходьте 2 часа дня на вулиці Замкова, ви знаєте де. Приходьте, будемо дуже раді. На второму этаже. На втором этаже, вот именно. Ну, але не этажі, на поверхі. Да. Так что чисто говорите на українській мові. Хорошо, тепер молимося, друзі. Будь ласка, звертаємося до нашого Господа, попросимо благословення. Творець небес землі, ми тебе сердечно благодаримо. Дякую тебе цей ранок, що ти благословив нас і наші пенсіонери, Боже. Благодарю тебе за наших спонсорів, Шавлевські, Ступницькі, Боже. Благодарю тебе за пасхи, за що смачно хліб пікли, Господь. Благослови, Господи, нас під час раздачі Оксану Павловну, Тамару Степановну і всіх наших пенсіонерів, Боже. Також, милосердний Бог, ми ежедневно просимо мирного неба на Україні, Господь, щоб снаряди не зарвалися, Господи, щоб не долітали, Господь, щоб не доходили до нас, Господи. Боже, милосердний, зупини ту війну, Отче, це все просимо во ім'я Ісуса Христа.
прошу Небесный Бог, благослови Господь нас, раздачу, и будь нами наш Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, суши на небесах, нехай святится имя Твое, нехай придет Царство Твое, нехай будет воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеб наш щоденний, подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас із покусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, по віки. Амінь. Що тут буде слухати? Прямо дим, сюди приходять, то не надо молитися, говорити, задихаєшся. Сами курят мало, а все это вкусно так. Хорошо, ну, вчера мы молились, что Бог нам дал дождя. Может, сегодня Бог дал? Дай Бог, что будет дождь. Ночью был? А где был, что мы не бачили? Ну, мы днем хотим. Добре, друзья, хорошо, приступаем до раздачи хлеба. По черзе, кто як может, кто як знает, откуда что, будь ласка. Хай Бог всех вас благословит. Идет раздача хлеба. Чемоданчик вы не привезли. Привет. Ой, на здоровье. А где-то что вы не взяли? А, тут? А я не узнал. А я от вас не узнал, витаю. Кажу, а діди чого не взяли? Кажу, взяли. Витаю, слава Богу. Добре. Значить, чекайте зараз, минуточку. Чекайте. Беженцы попросили чемодана. Вот я привезем чемодан. Так, вот такой чемодан. Большой хотели, да? Да, слава Богу. Да, а там, значит, вот тут ручка и колесики там есть, и волочите. Да, Богу. И вас так само. Да поможет Бог. Так. Все, едьте с Богом. Хай Бог благословит. У вас один раз в неделю? Да, нет, тут один раз даем, да. Не-не, служение. А, служение, да. Там, да, один раз. Так. Нет, не можно, ты пенсионер? Ну, если ты не пенсионер, как мы можем тебе дать, Наташа? Ты Наташа? Ира. А, Ира? Нет, не даем, мы даем только пенсионерам, сестричка. Пенсионерам по веку. Так что выбачай. Мы не можем дать. Хлеб и булочки дается каждому человеку. Тут все посчитано. Мы взяли 65 хлебов и 65 булочек. И не можем дать. Так что почекай, сколько тебе еще років осталось до пенсии? Ну вот, подожди, сейчас. Ну, булочку, чьи булочку тебе дать? Нет, мы не можем тебе дать. Мы не можем, Ирочка. Я не могу против себя. Каждый человек, он отримает хлеб и булочку. Я же не могу ему дать хлеб и сказать, а булочку я дал людину, который не имеет права. Так что, выбачай. Не можем тебе дать, ты не пенсионер, мы даем только пенсионерам. Поэтому, кажу, пенсионный век придешь. На здоровье. Справа в том, что эта девчина, она потенциальный алкоголик. Регулярно пьет и регулярно здесь там, то там валяется, то там валяется. Когда кажешь о Боге собрании, она не хочет, а теперь хочет
что мы нарушили свои же правила. Зачем? Если за место я хочу так пройти. Ну то у нас без жетона никто не отнимает. Так, добрые друзья. Потому что у нас идет бурная раздача хлеба. Так, ну что, 70, мой брат, как всегда, регулярно участвует. И я зараз постараюсь подключить его. Он не подключается, не поддается. Так что, брат 70, мы тебя витаем. Что ты регулярный наш подписан. Я не знаю, что ты подписан, но то, что регулярно ты с нами, то это уже приятно подивиться. Слава Богу. Так, так, у нас все идет до... Хочу пригласить, 70 и не получается. И даже Андрей Данчук смотрит, как-то удивительно. Отправляем пригласительный Андрею, посмотрим, позайдет или нет. Так, тут идея у нас это. Так, 70, приглашаем тебя. Ты подключись, и экран не появится. Так. О. Сейчас в эфире. Ну что, брат, рассказывай. Как тебе это все? Так, подходим, берем. Ну что, друзья, уже закончится. Закончится наша... раздача хлеба. Все, закончили. Мы находимся на замковой для общества слепых на втором этаже, напротив базара. Так что, друзья, все, на чем мы заканчиваем нашу трансляцию. Дякуем Богу, что вы были с нами. Хай вас Бог благословит. Это был служен Церкви Бога. Я был установлен отцом после Церкви Бога. Оксана Павловна, Татамана Степановна. С миром Божьим, да поможет всем вам Бог.